Здравствуйте, друзья. Вот спросите себя, ну или меня, вот что общего между двумя эффектными девушками, ну кроме того, что они эффектные и девушки. Вот. Кстати, с короткими стрижками, да? Да, с короткими стрижками. Они, на самом деле, коллеги и учились на одних курсах. Было такое? Или где вы учились? Мы взяли одного репетитора для того, чтобы закончить, получить лицензию косметолога для того, чтобы делать вот наш бизнес. А ты репетитор нужен? Ну, так как у нас много часов уже было отработанных, большой опыт работы в своих салонах, то нам опрували и дали нам ход к экзамену сразу. И нам нужен был репетитор подготовиться к практике. То есть к практическому экзамену? Да, да. Но это вот полезно оказалось. Не то, что вы там уже все знали. Очень. У нас были прям уроки каждый день. Да, по несколько часов. По 3-4 часа. И вы вместе ходили? Да, мы взяли одного репетитора. Просто оплатили репетитора пополам. Ну, это так стоит денег, в общем. Ну, у меня ушло 3000, у тебя сколько? Ну, так же, да. А школа бы стоила нам 25. Да. Ой, это... То есть это... И год, да, и год. А так мы, ну, я 5 месяцев у меня ушло. Наверное. Подождите, вот вы платите, допустим, ну не вы, вот люди платят 25 тысяч, чтобы научиться, на кого я здесь? Парикмахера. Ну, парикмахера. Но... И это не то, что парикмахер, который сходу получает, там, не знаю, там, $1000 в день. Так и есть. А, те, у кого нету профессионального образования, и кто только начинает этот путь, им нужно пройти эту школу, потому что... Для того, чтобы получить лицензию, надо 1600 учебных часов, как минимум. Ого. Да. И если этой базы нет, то как бы приходится учиться с нуля и платить большие деньги. Но так как мы в своих странах имели большую подготовку и дипломы, и часы, и опыт работы, то в нашем случае мы пошли по более легкому пути. И как бы, но подготовка к экзамену занимает очень много времени. Это большой теоретический блок и практический. Хорошо. Вот люди, которые заплатили 25 тысяч с нуля, вышли. И сколько они получают вот на старт? 15 в час. Да. То есть, час. Мало того, что они ничего не получают, так они еще 25 тысяч за это заплатили. Да, и они будут 1.5 года, им еще даже стричь не дадут. Ассистентом будут. Да, ассистентом, подметать, работать. Мыть голову. Хорошо. Когда они начнут по-человечески, допустим, все хорошо идет, когда они смогут по-человечески зарабатывать? Через 3 года. Через 2 начнут чуть-чуть зарабатывать, через 3 года начнут хорошо зарабатывать, через 5 у них будет уже большая такая сеть, из которой они могут прям управлять своими деньгами. То есть они будут получать, и они будут работать столько, сколько хотят, и зарабатывать столько, сколько они хотят, и поднимать цену так, как они хотят. То есть они могут постоянно поднимать, в принципе, правда? Это да, но я все-таки считаю это индивидуально, потому что у каждого свой путь. Кто-то готов остановиться, вот прошел на 25 тысяч, отучился, вот делаю, что могу. А кто-то постоянно растет. И если постоянно вкладывать в себя еще больше денег, времени, желания, то и отдача идет больше. Ты можешь не за 3 года этот путь, а за 1.5 года, за 1 год. Это все зависит от того. Ну, да. А кого ты выберешь себе наставником? Хорошо, топовые вот девчонки, да, которые так уже, ну, в сок, так сказать, вошли в силу профессиональную. И любят зарабатывать. Вот что они могут зарабатывать, так сказать? Ну, вот в соло у нас там все девчонки хорошие, которые уже в большом опыте работы с клиентами, они все на Теслах, они все, ну, как бы, все достаточно обеспечены. Ну, мы не знаем, сколько они зарабатывают. Ну, если посчитать $100 в час... В среднем, наверное, $100. Сейчас уже вот Маша говорит, у нее будет $150. Но $100 в час она же не работает 8 часов за эти деньги? Они по 12 могут работать. И все время вот без перерывов. Есть клиенты. Ну, я скажу так, вот по себе и по другим. Если будешь работать перебор, то будет выгорание профессиональное. И этого делать категорически не так. Надо. Да. Значит, сколько надо работать, чтобы так... То, что надо. Ну, 6, часов 6. Да, 6. Часов 6, 4 дня в неделю, это идеально. Ты тогда кайфуешь. У тебя есть время лишний один день, да, то есть 2 дня это простые выходные, когда ты можешь уделить время семье. И один день на общее развитие. То есть ты можешь поехать куда-то поучиться, взять что-то онлайн, как-то развиваться. И это 10 в месяц. Слушайте. Да, да. Это тоже не так плохо. Здесь да, совершенно, совершенно не обязательно, друзья, тестировать левой ноздрёй через правое плечо там программное обеспечение. Но ну тоже... и кому-то то нравится, кому-то. Вот мы безумно, но... без ума от своей профессии, поэтому мы в ней успешны. Но физически тяжелая работа? Очень. Да. Это очень. Мы еще и профи в том, как себя восстанавливать да. после этого всего, потому что у нас опыт. Сколько тебе лет? У меня 7. 8. Да. Так, друзья, давайте, поскольку Машу вы видите первый раз, да, то, значит, Машенька, скажите прямо, как вас найти, например? И что вы можете с человеком сделать?
Я могу полностью поменять образ. Я очень люблю работать с формами. Если это касается женской стрижки, я идеально подберу стрижку по форме лица, подберу нужную длину, скорректирую черты. То есть мы можем где-то убрать, где-то добавить объем, где-то также поработать с линией. То есть вы стилист прям да. какой-то? Да, так, это мой профиль. Вы только по девочкам или мальчикам можете? По мальчикам тоже. Так. По мальчикам этим летом я ездила в Сочи, летала специально к чемпиону мира действующему и оттачивала мастерство в мужских стрижках. Так. Техника... Помогает? Очень. Хорошо. Очень. И отличаются стрижки. А вот со мной что-то можно сделать? Можно. Вот, друзья, вот давайте. Вот, пожалуйста, ваш блогер. Вот что можно с блогером сделать? Естественно, вот здесь нужно больше убирать. Так, на височках. Да, так, давайте покажем. Так, на височках убираем. Да, височки мы делаем более плоскими так. и стремимся к форме квадрата. То есть у мужчин стандартная форма – это больше квадрат. Да, она придает мужественность. Также важна линия окантовки. Угу. У мужских, если мы закругляем, да, и голова достаточно круглая получается, то это выглядит не мужественно. Когда мы делаем... Окантовку даже правильно, вот опять же у вас виски очень хорошо вас подчеркивают, не треугольники, а вот именно мужественные бакенбарды. Вот эти вот все прямые линии, они создают ту графику, и вот, например, посмотреть на вас сзади кто-то, да, и увидит вот эти окантовочные линии, и, соответственно, голова вытянется, то есть шея удлинится, это визуально... Кажется мелочь, но зная такие моменты, детали, ты видишь по-другому человека. А можно как-то отыграть, вот, допустим, потерю волос в отдельных местах на голове? В некоторых моментах можно, в зависимости так. от состояния. То есть где-то потерял? Уже потерял только да. наращивать, а где-то можно Ломать скорректировать. А это вот специальная техника такая, мужиков на лысо, и они такие блестящие, все ходят там. Конечно. Потому что вот у него лысина, его приводит к этой лысине как-то, да? Как к общему знаменателю. К общему, да, чтобы ему было потом проще жить. А я думаю, как вот если меня так вот обстричь, это уши торчать будут? Сразу это сложно, то есть надо постепенно, сначала убираем длину, еще, и постепенно приводим. Так, а как вас найти? Вин Дизеля. Машенька, может быть, вы в Инстаграме засветились? Да, я есть в Инстаграме, у меня свой аккаунт, я выкладываю часто свои работы. И люблю снимать свои работы, бывает на таймлэп, есть такие быстрые видео, есть более детальные, но то уже, есть можно уже, увидеть уже, мои уже работы. Уже скажите уже, что же. Мой инстаграм Мария, нижнее подчеркивание, Чугуева. Все латинское. Chugueva. Друзья, кто у нас из Рязани нас смотрит? Да, кстати, вот. Привет, Рязани, я родом оттуда, люблю свой старинный город. Так. Но нравится мне в Америке жить. С какого возраста вы в Америке? Школьницы, родители привезли? Нет, я приехала 4,5 года назад. Всего? Мы одинаково. Да. Ой, и а как приехали? А муж получил работу и привез всю мою большую семью. Так, я извиняюсь, сколько же вас? А у меня 3 детей. Что, серьезно? Да. Друзья, не раскатывайте губы, там все уже схвачено. Так. Муж идеальный. Муж идеальный, все. То есть семья крепкая, все, друзья, да. все. Так а где же ты живешь, ты же не сказала? Я живу в Оранж-Каунти, работаю в Ньюпорт-Бич, в классном салоне с видом на океан. Угу. Поэтому адрес салона есть в моем инстаграме, в шапке Хорошо. Профиля. Вы можете посмотреть локацию. Если вы где-то рядом, да. отдыхаете в отпуске в наших краях, милости просим. Да. Значит, я друзья, пришлю. Салон может и поменяться, а да. Маша нет. Да. Я вот. Пришлю вам вашу ссылочку. Ссылочку. Хорошо, друзья. Вот так, знаете, бывает, зайдут на огонек. А мы Маше книжечку подарили, покажите да. книжечку. Да, я так пусть, счастлива. Пусть Маша читает, она же ничего не знает про иммиграцию, ее муж привез и все. Да, я как это, вот. В золоте. Приехала сразу в хорошее место с хорошими людьми. Да, ну что же, хорошо, действительно, хоть из Рязани, а то, знаете, бывает из Воронежа, и я сразу, мне начинается сразу такое, знаете, там говорят, чуть что там Воронеж бомбить. Там кто-то будет, там Путин, там еще что-то такое. Какие-то мемы такие есть, там чуть чего. Я думаю, ну хотя бы уж бомбить никто не будет уже Рязань. Так в Москве же близко, правильно? Да. Там сейчас в Москву за продуктами не ездят из Рязани? Нет, уже в Рязань начали поставлять. Так. Все нормально. Там. Хорошо, снабжение хорошее. Хорошее.
Ну ладно, давайте мужу, деткам привет. Обязательно. Маленькая детка у вас самая 4 какого? 4 годика. Утилосечка. Да. Но вы их тоже стрижете сами? Обязательно, да. И мужа? И мужа, всех. Ну, это удобно, конечно. Очень удобно. Очень. Мы завидуем людям, у которых есть мы. Давайте, Олеся, давайте мы пожелаем что-нибудь Маше. Она у нас тут первый раз. Пусть она уйдет там с мешком поздравлений каких-то и пожеланий. Давайте. Маше успехов и в следующем году победить на чемпионате Америки по парикмахерскому искусству. А Маша спортсменка, да? Она хочет и пойдет на следующий год. Участвовать. Да, я победитель полуфинала России. Так. 5 лет назад, и сейчас я пойду по чемпионатам в Америке, так. И со временем хочу представлять Америку на чемпионате мира. Ты понимаешь, она еще 3 детей. Да. Слушай, я только в начале своей пути. Вон мужик отхватился, да? Ты понимаешь? То есть красивая, можно сказать, умелая. Знаете, я помню, как мы начинали, вот и Маша, помню, когда мы вообще начинали, еще помнишь, дома что-то там пытались здесь... И это такой длинный, тяжелый путь, да? Да? Это вот надо столько иметь в себе стержня, силы и уверенность в том, что ты это действительно хочешь. Угу. А, и вот в Маше это есть, и это очень важное качество, что вот, ну, не бросать, короче, идти вперед. И расти. И чтобы не уставала на работе и хорошо восстанавливалась. Да? Вот. Да, вот это очень важно. Да. А то, может, вы какую-нибудь школу откроете? Там? Конечно. Да. Надо заботиться о себе. Да, онлайн. Чего онлайн? Школу. Ну, потому наступающим что, всех. Да, друзья, нехай наступает. Да. Хороших вам стрижек и покрасок в следующем году. Вот. Попадайте в хорошие, надежные руки. Да, друзья, значит, постригут вас надежно, вот вы уже видите кто, а если там, допустим, работу поменять, профессию, там, жизнь полностью поменять и так далее, это ко мне тогда. Или кто хочет стать парикмахером, у вас это все получится, а если не получится, приходите к Михаилу. Да, тогда уже будете тестировать, друзья. Тестировать, да. Счастливо. Пока.